Губернаторская программа по благоустройству дворов пришла в Давыдово. В рамках проекта в деревне будет обновлено 3 придомовых территории. Подробности в нашем следующем сюжете. Первыми новый двор увидят жители домов номер 1 и 2 во втором микрорайоне. Здесь в рамках реализации губернаторской программы заасфальтировали тротуары, обустроили парковку и место для контейнерной площадки. Этого события местные жители ждали несколько лет. Мы давно хотели, чтобы наш двор привели в порядок, писали везде, но, наверное, время еще не подошло. Мусорный контейнер перенесли, вот, а то перед окнами стоял там, было некрасиво, потом детские площадки, все как-то выглядело не очень. А сейчас все так хорошо, культурненько, чистенько. Над созданием проекта жители администрации трудились вместе. В течение 3 месяцев в план дворовой территории вносили коррективы, согласовывали их с людьми. Вопрос этот менялся, скажем так, обсуждался, и схема менялась несколько раз. То есть жители просили здесь обустроить парковку, да, тротуар, допустим, провести не так, чуть по-другому. В итоге объем работ наметили немалый. Только на асфальтирование здесь ушло порядка 3 миллионов рублей. Также во дворе провели опиловку, высадили новые породы деревьев. На днях работы будут полностью завершены. Следующие на очереди дворы домов номер 10 и 24 во втором микрорайоне. Мы уже выходили с подрядчиком на места, смотрели территорию. В ближайшие дни там начнутся планировочные работы, установка бордюрного камня. А уже где-то через неделю придут усиленные бригады и начнутся масштабные работы. В этом году программа по благоустройству дворов реализуется не только в деревне Давыдово, но и в других населенных пунктах. Количество дворов территории здесь в Давыдово 3 двора, вот, в Куровском 4 двора, вот, в Соболево 1 двор, в Дрезне 2 двора. Полностью завершить работы сотрудники ДРСУ планируют в ближайшие 3 недели.